Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь по одному участку месторождения составляют около 27 миллионов тонн. Это месторождение Кызыл-Омпалы. А на другом месторождении запасы редкоземельных металлов, включающих в себя более 21 элемента, составляют около 60 тысяч тонн. Кутисай-2. Эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад. При этом существует мнение авторитетных геологов, ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений могут увеличиться в разы. Факты подтверждают изобилие подземных ресурсов Кыргызстана. Мы приглашаем партнеров к совместной геологоразведочной работе и ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономику, горную добычу.